соревнованиях под тхэквондо ИТФ на фестивале «Тач Кумитэ», которые состоялись в минувшие выходные в Перми, приняли участие более 850 спортсменов из 15 регионов России. На открытие всех участников ждал сюрприз. Был организован профессиональный международный бой по правилам «Тач Кумитэ» между бойцами из России и Ирландии. Это вдохновило и настроило ребят на успех. Федерацию традиционного тхэквондо Республики Башкортостан под руководством тренера Руслана Гелимшина представили 20 спортсменов в возрасте от 7 лет и старше. Честь Башкирии они отстаивали в 5 дисциплинах. Несмотря на высокую конкуренцию, наши ребята выступили успешно. По итогам турнира в их копилке было 16 золотых, 8 серебряных и 13 бронзовых наград. Федерации вручили кубок за третье общекомандное место по итогам турнира «Герои России», который проходил в декабре, отметив высокий уровень подготовки участников и профессионализм тренерского и судейского состава. Сейчас наши спортсмены готовятся принять гостей со всей России. 21 и 22 марта в городе пройдет межрегиональный турнир.